Здравствуйте. Продолжим сегодня разговор об истории печатей. Мы уже вспоминали о существовании в древности весьма распространенной форме печати в виде перстней. От римлян такие перстни-печатки унаследовали и средневековые владыки, как светские, так и духовные. Такая печатка представляла собой довольно большой перстень, на плоскую поверхность которого был нанесен символический рельефный узор, герб или монограмма владельца. Самый известный в европейской истории перстень-печатка – это так называемое кольцо рыбака – Annulus Piscatoris, перстень, принадлежащий римскому папе. Каждый папа использовал свою уникальную печатку. Она являлась символом власти церковного Рима и удостоверяла подлинность документов папской курии. Как правило, кольцо рыбака представляет собой золотой перстень с печатью в виде рельефного изображения апостола Петра в лодке. Ведь этот первый епископ Рима по профессии был рыбаком. Такие рыбацкие перстни изготавливаются специально для каждого папы. О существовании первого кольца рыбака мы знаем со времен папы Климента IV, то есть 1265 года. С 15 века папским перстнем запечатывали декреты и буллы римского понтифика. Сразу же после кончины владельца перстень с печатью ломали, чтобы до избрания нового римского епископа избежать появления подложных документов с папской печатью. Вручали новоизбранному папе перстень особые сановники папского двора – кардиналы Камерленго. Они же после смерти понтифика церемониально разбивали именной перстень рыбака. Практика запечатывания папских документов кольцом рыбака продержалась до 1842 года, когда в ход пошли обычные штампы. Ну а сам перстень сохранился в папском ритуале и по сей день. Первоначально печать крепилась к письму шнурами. Когда получатель открывал письмо, то печать непременно ломалась. Позднее печать стала обязательным гарантом подлинности документов. Ее стали крепить к лицевой стороне листа. Таким образом, документ считался действительным, пока на нем была цела печать. Со временем не только папы, короли и епископы, но и монастыри, гильдии и муниципалитеты стали также использовать печати для заверения подлинности своих документов. Материалом для оттисков печатей в средние века служили свинец, воск и сургуч. Первоначально нередко использовали именно свинец, и об этом нам говорит средневековое латинское название печати «булла». Свинцовые печати были в ходу как на Западе, так и на Востоке. Однако в западной традиции подобные печати стали скреплять в первую очередь важные указы и торжественные послания пап. Первоначально на печати булле было выгравировано только имя папы. Но Пасхалий II в самом начале XII века вел обычай помещать на аверсе печати имя папы с титулом и порядковым номером, а на реверсе – изображение апостолов Петра и Павла. А с 13 столетия название «булла» перешло и на сам документ, имевший подобную печать. Свинцовая печать крепилась при помощи шелкового шнурка, если папская булла наделяла своего адресата какими-либо полномочиями. Ну а если этот документ просто содержал некие распоряжения, то шнурок был конопляным. Популярность воска для оттисков печати говорит хотя бы тот факт, что во многих европейских языках, например, в английском, немецком, французском и итальянском, слово, обозначающее сургуч, дословно переводится как воск для запечатывания. А вот русское слово сургуч, по всей видимости, пришло к нам из тюркских языков. Сам по себе сургуч, окрашенная плавкая смесь из твердых смол, изобретение индийское. Он стал известен в Европе в средние века. А распространился сургуч по Европе, скорее всего, из Испании. Изначально сургуч использовался для запечатывания так называемых закрытых писем.
а позднее, приблизительно 16 века, и конвертов. В России сургучные печати стали употребляться с конца 17 столетия. И лишь в 2010 году Почта России отказалась от использования этого материала при запечатывании конвертов, бандеролей и посылок. Характерный красновато-коричневый цвет придает сургучу киноварь. Однако порой различным типам документов соответствовали разные цвета печати. В Древней Руси перстни печатки встречались достаточно часто. Многие из них были украшены разными символическими изображениями – птиц в геральдической позе, львов, грифонов и растений. Встречалась и геометрическая символика, например, пятиконечная звезда или свастика. Печати духовных и светских владык могли нести изображения Христа, Богоматери, а также святых или же символ креста. На рубеже XIV-XV веков в Московском княжестве появились печати с изображением всадника, поражающего копьем змея. Этот всадник, конечно же, святой Георгий Победоносец. А при Иване III на московских великокняжеских печатях появляется еще одно изображение – двуглавый орел. Эта державная птица на русской государственной печати горделиво подчеркивала родство московского княжеского и царского дома с последними византийскими императорами. Так появилась на свет малая государственная печать, которая называлась также «кормленой», так как ею печатались жалованные грамоты на кормление. На одной стороне малой печати был изображен святой Георгий, поражающий змея, другой – двуглавый орел. Надпись вокруг эмблем содержала имя великого князя, а с середины XVI века уже имя царя и его краткий титул. В 1577 году при Иване Грозном была создана большая государственная печать, на лицевой стороне которой парил двуглавый орел, увенчанный одной короной. А обрамляли его территориальные эмблемы тех земель, названия которых входили в титул царя и великого князя. В 16-17 столетии русские цари имели и свою личную печать. К примеру, на личной печати Ивана IV был изображен единорог. Этот мифический зверь символизировал власть и силу. Помещали властного единорога порой и на государственных печатях. Хранением и приложением государственной печати ведали особые дьяки-печатники. Это был древнейший чин княжеского двора, и первые такие вельможи известны с XIII века. С середины XVII столетия должность печатника была объединена с должностью думного дьяка, который ведал посольским и печатным приказами. В эпоху Российской империи большая и малая государственные печати претерпели незначительные изменения. В частности, в геральдическое убранство добавились гербы территорий, вошедших в состав империи в XVIII-XIX веках. После крушения империи Временное правительство сохранило на печати изображение двуглавого орла, но уже в демократическом варианте, без корон и всадника, поражающего змея, а также без гербов, входящих в императорский титул. А 3 августа 1918 года Совнарком запретил всем учреждениям употреблять печати с двуглавым орлом. И в этот же день началась история печати нового образца с советской символикой. Но об этом мы еще найдем повод поговорить. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи!